Встреча мирового блокчейн-сообщества в Силиконовой долине. 29 ноября в Санта-Кларе, США, начала работу конференция Blockchain Expo Североамерика. Она продлится 2 дня, на протяжении которых будут проведены панельные дискуссии, тематические обсуждения перспектив развития инновационной отрасли и изучение будущего сфер, в которые уже интегрируются новые разработки, юриспруденция, финансовые услуги, здравоохранение, страхование, энергетика, музыка, органы власти. Спикерами на конференции станут представители компаний крупнейших игроков отрасли. Среди них – основатель и главный исполнительный директор проекта КША Кумар Гаурав, исполнительный директор блокчейн-консорциума Hyperledger Брайан Беллендорф, менеджер-разработчик приложений компании Starbucks Каран Матвани, директор американского финансового конгломерата Bank of America Равиндра Бандару,